И автор упоминает аят здесь, сура Аль-Бакара, «Фастабикуль хайрат». Спешите к совершению благого, опережайте друг друга в совершении благого. Сказано «Сабику». Это сильнее, чем сказать «сабику». Глагол «сабику» – это значит «спешите», да, к совершению благого. Но здесь «истабику», то есть «обгоняйте друг друга». Человек должен обгонять, спешить, чтобы первым прийти к благому. Первый, кто пришел к этому благому деянию, должен быть он. Спешить нужно так. Например, спешить к тому, чтобы оказаться в первых рядах в намазе. Опережать друг друга. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Хайру суфуфи риджали ауалюха». Лучший ряд для мужчин – это первый. «Ва шарруха ахируха». А худший – это последний ряд. «Ва хайру суфуфи ниса ахируха». «Ва шарруха ауалюха». А лучший ряд для женщин – это последний, и худший ряд для женщин – это первый. Потому что во времена пророка, алейхиссалату вассалям, женщины, они строились за мужчинами. Хорошо? То есть мужчины делали намаз, потом за ними стояли мальчики. А потом что? Женщины. Мужчинам предпочтительнее стоять где? В первых рядах. Чем ближе к первому ряду, тем лучше. Для женщин наоборот. Чем дальше, тем лучше. Последние ряды для них лучше. Однажды пророк, алейхиссалату вассалям, увидел людей, которые в мечети не спешат встать в первые ряды. Которые где-то там на задворках не хотят идти вперед. И он сказал им, «Ля язалю кауму ятахарун хатта юахфирахумуллах». Вот так вот люди будут отставать, пока Аллах субхану та'аля не отставит их. То есть используй шансы, используй возможности, которые дает Аллах субхану та'аля, и спеши к благому, опережая других.